Бой из будущего. Историческая битва в Японии. На ринге не люди, а гигантские роботы. Мегабот против Куратос. Эту схватку изобретатели и зрители ждали 2 года. Американские инженеры бросили вызов японским в 2015 году. Американец Мегабот. Рост 4,5 метра, вес 5,5 тонн. Японец Куратос. Рост 4 метра, вес 4,5 тонны. Кстати, Куратос оснащен еще и пулеметами. Впрочем, по правилам роботы могут устроить драку в рукопашную. Дерутся так называемые боксеры на заброшенном сталелитейном заводе. Бой включает в себя несколько раундов. Очки не засчитываются. Победителем будет тот, кто собьет противника с ног. Прежде такое мы видели только в кино.